Преданность любой работе достойна самой высокой оценки, тем более, когда она адресована массовому потребителю и осуществляется лучше других. Закрепив эту идею в качестве вектора своей деятельности, Совет «Общенациональное доверие» с 2011 года осуществляет различные мероприятия, организует конкурсы, проводит номинации, выступает с благотворительными акциями и другими общественными инициативами, издает книги и журналы. Руководствуясь девизом «Достойных определяет народ», Совет «Общенациональное доверие» уже четвертый год подряд обращает свое внимание на жизненно важные для массового потребителя сферы профессиональной деятельности и стремится ориентировать их среди целого созвездия различных брендов. В 2011-2014 годах были проведены 4 номинации «Лучший бренд года» и «Лучший социальный служащий года», 3 номинации «Лучший врач» и «Медучреждение года», номинации «Деловая женщина года», номинация «Армянка года», конкурс «Орек», лучший товар и сервис для детей. Были изданы сборник «Именитые армянки наших дней» 2013 год, журналы «Общенациональное доверие» 2012-2013 годы. Были организованы благотворительный концерт «Мелодии любви» для помощи лицам с ограниченными возможностями, благотворительная акция для детдома, музыкальные инструменты для самодеятельности. Номинации проводятся в лучших залах Еревана: спортивно-концертный комплекс, большой зал филармонии, зал оперы и балет. А телеверсия демонстрируется по общественному телевидению и на веб-сайте Совета «Общенациональное доверие». В 2014 году по месту дислокации была проведена уникальная акция: номинация «Лучшая войсковая часть» с вручением диплома, статуэтки, сладких сувениров для рядового состава и благотворительным концертом совместно с их самодеятельностью. Многообразие общественной и экономической жизни содержит также множество талантливых и продвинутых творцов, которые честно и сочувственно служат интересам массового потребителя, а следовательно достойных стать героями новых номинаций.